К другим темам. Аудиторы контрольно-счетной палаты региона в 2017 году выявили нарушения при расходовании более 6 миллиардов бюджетных денег. Об этом на заседании комитета по аграрным вопросам регионального парламента рассказал аудитор КСП Владимир Малков. В то же время стоимость неучтенного имущества составила свыше 8 миллиардов рублей. Обеспечено устранение нарушений на общую сумму порядка 800 миллионов. Внесено в реестр и казну государственное муниципальное имущество на сумму свыше 7 миллиардов. Кроме того, по предложениям контрольно-счетной палаты в правительстве республики и администрациях муниципальных образований приняли 77 нормативно-правовых актов, чтобы исключить подобные нарушения. Наибольшие нарушения установлены при использовании межбюджетных трансфертов, формировании и реализации адресных инвестиционных программ и в сфере закупок. Наряду с контролем в финансово-бюджетной сфере контрольно-счетной палатой осуществлялся контроль эффективности использования государственного и муниципального имущества. Проверками в муниципальных образованиях выявлены серьезные недостатки в использовании имущества. Не обеспечена достоверность и полнота ведения реестров муниципального имущества. В 2017 году за допущенные финансовые правонарушения по требованиям счетной палаты к ответственности привлечено 300 должностных лиц, в том числе 21 человек уволен с занимаемой должности. Общая сумма наложенных штрафов около 1,5 миллиона рублей.